Как дела в республике? В республике у нас все очень неплохо. Это благодаря вам, Дон. Если вы... Благодаря чеченскому народу. Если вы разрешите, Дон, я чуть похвастался бы, Дон. Пожалуйста. У нас в 2002 году, Дон, Чеченская республика заняла лидирующие места, позиции в различных сферах. У нас первое место по числу успешно реализуемых госпрограмм, а также по реализации нацпроекта безопасной и качественной автодороги и регионального проекта «Чистая вода». Также мы в лидерах по формированию комфортной городской среды, социальной дегазификации, нацпроекту образования и в рейтинге экологии. Регион перевыполнил показатель нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2.5 раза. Мы отмечаем стабильный рост экономических показателей, таких как объем строительства отгруженных товаров промышленного производства. Объем инвестиций вырос на 55% и составил 90 миллиардов рублей. Несмотря на западные санкции, мы успешно запустили 4 завода по производству стройматериалов на базе технопарка «Казбек». Продолжаем развивать комплекс «Ведучи». Начали строить нового терминала аэропорта в Гроздом и модернизацию цементного завода. Кроме этого, 4-го квартала мы смогли смело увеличить зарплаты бюджетников в среднем до 15%. Безработица, в которой период пандемии сильно выросла, уже сократилась и составила менее 8%. В сфере здравоохранения у нас хорошие результаты. Мы лидеры по ревакцинации от коронавируса, вакцинации от гриппа и диспансеризации. Республика снова заняла первые места в рейтингах по отсутствию вредных привычек и росту демографии. Владимир Владимирович, особую гордость вызывает успех Грозного. Чеченская столица была признана лучшим городом для предпринимательства. Грозный впервые занял первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и первое место по итогам года федерального рейтинга индекса качества городской среды. Естественно, у нас возникают текущие сложности, но они решаются благодаря вниманию и поддержке правительства России и вашим личным указаниям. Уважаемый Владимир Владимирович, в зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики. Мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение его цели и задач. Спасибо вам еще раз за все, что вы делаете для Чеченской Республики и всей России, Российской Федерации. Мы не подведем вас, Владимир Владимирович. Я сомневаюсь, Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается, ну, так же, как и Чеченская Республика в целом. И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю. И духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется. Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО. И передайте им самые наилучшие слова. Спасибо им большое. Ну, давайте поподробнее поговорим по каждому из этих вопросов.